После кончины Жанны Фриске появились некоторые личности, которые пытаются нажиться на ее имени. В интернете можно увидеть девушек, которые полностью копируют внешность и позу знаменитой артистки, при этом пытаясь сбыть свои услуги. Чаще всего двойники поют и танцуют на корпоративных вечеринках. Услугами, которыми предлагают воспользоваться девушки, можно заказать как на Украине, так и в России. Девушки выкладывают свои реальные имена и номера телефонов, а также пишут свои умения и достоинства, не забывая при этом отмечать свою схожесть с умершей Жанной Фриске. Удивительно, но и после смерти Жанны многих людей интересуют ее копии, а хочется, чтобы уже перестали наживаться на покойной и оставили ее с миром. Подписывайтесь на наш канал и получайте еще больше свежих и интересных новостей со всего мира, а также заходите на наш сайт. Всем пока!